Братульцы мои, всем привет! Дмитрий Виноградов, YouTube-канал «Мужская тропа». Недавно я ходил за грибами, но, знаете, была такая прям засуха. Грибов было очень много, но все они были червивые. И вот буквально прям на днях у нас идет пару дней сильный дождь. Я думаю, что все отлично промочило. И я со своей дочкой сегодня, вот она, Софийка, приехали, друзья, пособирать грибочки. Тем более, знаете, сидим дома, ну, такая погодка-то не очень, нет-нет, и дождик скапывает. Дома скучно, и ребенок мне сам предложил, говорит: пап, поехали, пособираем грибов. Ну и, конечно же, если мы куда-то едем, то видеокамера в кармане. С нами еще речуха. Любой выход в лес я совмещаю с его натаской. Если он работает по птице, то это замечательно. Я подхожу, как бы, да, мы отрабатываем остановочную команду после его подъема. В общем, друзья, все как обычно. Так что можете заранее прожать палец вверх, подписаться на наш канал. А мы идем собирать грибочки. Да, моя девочка? Идем. Рич, ко мне. Сядь. Вперед. Вот у нас уже первый грибочек София нашла. София, покажи его. Где он? Вот, раздвигаешь аккуратно травку. Это я обучаю дочь, как собирать грибочки. И отрезаешь ножичку аккуратно. Срезала. Теперь поднимай грибочек. Переворачивай его в ручках. Да, видишь, смотри. Возможно, он червивый. Можно сделать надрез прям ножичком по шляпке и посмотреть, есть ли там червячки. Или снизу держи грибочек вот так. Вот. И делай надрез. Только аккуратно всегда смотри пальчики. Вот так сделал надрез, надламливаешь, видишь червячки. Значит, что мы такой грибочек с тобой делаем? Не берем. Не берем. Все, грибочек оставляем на месте и идем искать хорошие грибочки. Пойдем. У тебя что-то большое, ну вот у меня здесь тоже подберезовик, но подберезовик червивый. А у тебя там что, покажи? Покажи, что у тебя. Так, а это у нас... А ну-ка, бери, срезай, как ты, я тебя учил. Аккуратно, не ломай его. Ножичек вниз и ножку срезаешь. Софи, у тебя, мне кажется, это белый. Давай, давай, срезай. А ну-ка, покажи. Да, Софи, у тебя белый гриб. Покажи-ка мне его. А он шикарный. Давай-ка разрежем, на всякий случай проверим еще шляпку, как я тебе показывал. Он такой, правда, скользкий, да? Ну, Софи, ты молодец. Да, пополам. Только аккуратно всегда смотри ручки. Теперь делай надлом. А гриб-то какой хороший, Софочка. Давай, пятачок. Молодец, дочка. Вот это ты гриб нашла. Ай да молодец. А я пока нашел только один червивый. Да ё-моё, Софи, ты посмотри еще, какой здесь белый стоит. Вот здесь белый. Огроменный просто, посмотри какой. И у меня внизу там еще один белый. Ну-ка, давай-ка, дочка, срезай его. Друзья мои, я еще один белый вижу, посмотрите. Белый! Вот он, покажи ему, зайчик. Это белый гриб, это белый гриб. А ну-ка, давай. Давай-ка надрезик делаем. Отлично, друзья. Грибы прям возле машины, вон машина стоит. 15 метров. Софиечка, тут еще один белый, вот, раз белый. Два белый. Сейчас все соберем, София говорит. Так, моя милая, что там у тебя, показывай. Сейчас. Ты знаешь, они такие большие, тебе скоро будет тяжело таскать ведро. Давай-ка мы будем их складывать такие большие ко мне в пакет. Нет. Нет? В твое ведерко будем ложить? Угу. Хорошо, будем ложить в твое ведерко. Вот смотри. Видишь, часть грибочка червивая, угу. А другая часть вроде бы и нет. Сейчас мы проверим. Просто гриб большой. Возможно, нам получится забрать какую-то часть. Да. Ну, не, София, он весь червоточит. Мы такие не будем с тобой брать грибочки. Да. Дай мне ножик мой. Пожалуйста, дай. С ножом всегда соблюдаем меры безопасности. Так, а я пока свои найденные белые срезаю. Раз белый. И два белые. Но мои грибочки вроде бы тоже червивые. Да, червивые, друзья, грибы. Мы такие никогда не берем. Хочется все-таки брать домой гриб чистый. Хотя мне люди писали в комментариях, что такие грибы некоторые берут, варят там, сушат, не знаю.
Но мы все-таки лучше чистый гриб поищем. И где-то вроде бы еще здесь, мне казалось, стоит гриб. Да, вот еще. Интересно, хороший он? Да, друзья. А вот белый, хороший. Ножка чуть червивая. А все. А дальше все отличное. Вот. Софиечка, посмотри, какой я нашел белый грибок. Тоже красивый, да? Большой. В травке смотри внимательно. Они в травке могут прятаться. Ой, как хорошо. Сейчас выходим с Софией на поле, где растет мелкий березняк. Походим по этим мелким залескам и пройдем еще по посадочкам. Потому что в тот раз я был, когда очень было прям там много грибов, но говорю еще раз, было сухо, грибы были червивые. А так как землю промочило хорошо, я думаю, что там пошел на подрост молодняк. Смотри, земляничка растет, ягодка. А вон еще, смотри, впереди. Вперед пройди, вперед проходи. Дальше. Посмотри, вон там какие ягодки красивые висят. Вот вниз. Ну что, ты не видишь ничего? А? Ну, грибник, посмотри, какие ягодки внизу красивые. Срывай давай, съешь, да пойдем. Два подосиновика огроменных. Сейчас мы их срежем, проверим, хорошие они или нет. Вот раз, а вон два. Ну, даже если они будут плохие, мы хотя бы их сфотографируем. Ну, просто очень крупные. Так, друзья, ну вот первый, посмотрите. Посмотрите просто масштабы его. Пеструша, ты грибы-то не топчи. О! Вот, раз подосиновик. Да чушь, посмотри, какой огромный. Давай срезай вот этот второй аккуратно. Выйдем наверх и с тобой проверим их. Хорошо? Посмотри, какой грибочек хороший. Спустись чуть ниже, тебе будет удобненько. Чуть ниже спустись, вот, ведерко ставь. Вот. За шляпку придерживай. И пониже ножку режь, только пониже. Вот, молодец. Огроменный гриб? Ну-ка, покажи его. Покажи, какой гриб огроменный. Ну, пойдем их проверим, заодно с ними сфотографируемся. Друзья мои, только что сделал фотографию для своего телеграм-канала. Он также называется «Мужская тропа». Вот сфотографировал Софию и Ричарда. Оставлю на свой канал ссылочку под видео в описании. Так что, если что, присоединяйтесь к нам, будет очень приятно. Ну что, давай сначала проверим мой подосиновик. Вот я, видишь, его кладу так шляпкой на руку. Ломаем. Шляпка вся червивая. Ну а ножка вроде бы и хорошая. Давай-ка сейчас мы ножку срежем. Потому что ножка здесь большая, мясистая. Да, ножка здесь совершенно хорошая. Ножку, значит, мы с тобой возьмем, да, дочь? Так. И давай проверим теперь твой грибок. Вот так же, да, ложи аккуратненько. Делай по шляпке надрез. Надлом. А у тебя, кстати, гриб хороший, да? А у тебя отличный гриб. Все, ложи его в ведерко. Хочешь, положим ко мне в пакет, а то у тебя уже ведерко-то тяжелое. Нормально? Да. Ну ладно, пойдем. Пошли, Пеструш. Дочке тяжело по траве ходить. Сейчас вот здесь маленькие пару кустиков эрги. Она будет пока ягодки собирать, а я вот здесь по траве, по березкам полажу. Что-нибудь да поищу. Сов, посмотри, какая красота. Какие ягодки, да, дочка? Вот она, друзья. Кустовая ягода ирга. Очень она вкусная и сладкая. Ну-ка попробуй пару ягодок. Что скажешь? Вкусненько? Вот смотри, я ведерко твое ставлю вот сюда рядышком с тобой. Вот смотри, кустик раз. Смотри, Софичка, у тебя кустик раз. И за спиной у тебя еще, видишь, один кустик. Ты собирай, а я вот здесь по березкам похожу. Ладненько пока. И опять же замечу, торга здесь появилась сама как-то по себе. Вот ягоды. Вот кусты. Вот кусты. Она просто кругом. Я изначально думал, что ее кто-то посадил, возможно, здесь целенаправленно. Но мне кажется, нет. Она все-таки разрастается сама по себе.
Видать, ягоды плодоносят, семена расходятся и прорастают новые кустарники, вкуснейшие ягоды. Давай кабаночку. Оп, ты молодец, сколько уже много набрала-то, дочка. Это второй куст у меня. Молодец. Пока ходил там по березкам, искал грибочки. Ну, знаете, уже в кадр не вставляю, много, опять же, червивых подберезовиков. А вот дочка уже набрала, вот столько ерги. Молодец, персик. И маму угостишь, и сестру, да? Вкусная ягодка, да, моя милая? Очень вкусная. Папа! Чего, дочь? Я иду смотреть. Пойдем-ка, пеструш, там Софийка грибочек нашла. Что за гриб, Софий? Ничего себе, это подосиновик. Ну-ка давай, моя милая, срезай-ка его и проверять будем. Кстати, здесь надо посмотреть еще в травке, может быть, еще стоят где-то рядышком. Они любят расти. Не поодиночке, кстати. Ну-ка покажи его нам сюда. Какая красота, дочка, какая красота. Мне кажется, грибочек будет хороший. Это белый гриб. Это не белый, дочь, это подосиновик. Давай аккуратно его проверяй. Как тебе удобно. Вот так вот. До конца прорезай. И ручкой надламывай. Хороший. Отличный гриб. Персик, ну-ка давай пятачок. Сейчас. Ты мое сердечко, молодец. Я его уложу как-то. Ну вот так, влезает? Все. Влезает. Молодец, дочка. Молодец, отличный гриб. София, я тоже грибочек нашел. Вот какой. Наверное, подберезовичек. Но я тебе скажу, что он плохой. Вот видишь? Червивый, да, дочка. Червивый грибочек. Вот, Софичка, смотри, дочка. Вот такие грибочки называются сыроежки. Но мы их с тобой брать не будем. Так-то вообще их жарят, и они вкусные. Можно сорвать, посмотреть. А зачем смотреть? Может, брать их не будем? Может, кто-то друг... Ну, если мы с тобой его брать не будем, может, кто-то пойдет, его и срежет, себе возьмет. А если ты его просто срежешь и выбросишь, значит, ты гриб спортишь. Пойдем дальше. Так, стоять на месте. Сейчас гриб раздавишь. Стой. Отойди. Посмотри, как раз... Да уйди, пеструш. Тут грибочек такой стоит. Отойди. И ты здесь скачешь, как конь вороной. Ой, какой шикарный гриб, парни. Посмотрите. Подосиновик. Софий, я подосиновик нашел. Тоже большой, красивый. Как у тебя. Окой, красавец. А ну вот еще. София, я еще подосиновик нашел. Тоже большой. Ой, какой гриб. Еще один прям. Красавчик. Я думаю, тоже будет хороший. Видно, что прям грибочки молоденькие. Только расти начали. Окей, друзья. Красавцы-подосиновики. Так, еще какой-то гриб вижу. Не пойму, что это. Здесь трава высокая. Иван-чай. Так, а это у нас что? А это у нас подберезовик или подосиновик такого цвета. А нет? Это подберезовик уже. Вот три. Вот таких гриба. Сейчас я здесь полажу. Повнимательнее все осмотрю. Пойду пока выйду из травы. Сделаю фотографию красивую. И обратно в траву залезу. Посмотрю. Возможно, там еще подосиновички стоят. Так, вижу подосиновик, но сбитый. Кто-то его сбил. Вот, кстати, ну гриб-то свежий прям, хороший. Вроде следов-то натоптанных нет, но кто-то грибок сбил, вот он. Отличный, хороший гриб, хотя здесь речуша бегал. Может быть, и он подзадел. Вот еще маленький, ребята, подосиновик, но такой я трогать не буду. Пускай растет, может, кто-то его найдет. А пока вот, здесь же в траве еще один подосиновик нам попался.
Здесь надо совку внимательно смотреть. Грибочки должны быть. Аккуратно подножки смотри. Нет. Что там? Опа-на, опять подосиновик. А ну-ка, музачик. Срезай-ка его. О, какой тоже крупный опять, да, дочь? Угу. Надо рядышком тоже проверять места. Показывай. Ну-ка, покажи. Ой, ну красавец гриб какой, совка. У тебя что, пополам он разломался? Да. Покажи, хороший здоровый грибок? Да. Вообще отличный гриб. У тебя там, я смотрю, уже полное ведро? Угу, папа несет дальше. А ведро папа несет дальше, да? Хорошо, договорились. Так, а вот еще один подосиновичек. Сов, посмотри, какой красивый гриб. Только он такой весь кривой. Шляпка такая у него интересная. Возможно, его подъели, когда он маленьким был. Посмотри, какой грибочек. Красивый, да? Подосиновичек. А что это ты себе к себе у ведро кладешь? Я думал, мы его уложим в мой пакет. Нет? Молодец, женщина, хозяйственная будешь. Софийка уже очень устала, потому что, ну, реально, это ж для ребенка тяжело. К машине идти крюк, но есть возможность перейти, попробовать по бобровой плотине. Сейчас попробую сначала сам перейду, посмотрю, как там. Перекину вещи, ну, а потом уже перенесу совку. Сейчас, дочка, я пройду, посмотрю здесь обстановку, ладно? Дочь, ну я прошел, сейчас за тобой. Наш совместный выход с дочкой на сегодня закончился. Походили очень много, набрали прекрасное сегодня прям количество отличных подосиновиков, белые подберезовики. Софийка набрала баночку ирги. Вы знаете, все-таки вот я ребенку своему хожу и говорю, ну она мне говорит, пап, я устала. И вот я ей говорю, что говорю, охота, рыбалка, да, это какое-то хобби. То же самое поход в лес за грибами, за ягодами. Это хобби, но это труд. В первую очередь это очень тяжело. Да, моя милая? Ладно, давай пять. Ты у меня молодец. Постаралась. Мама будет, конечно, наша довольна. Ну, а вам, друзья, всем до новых встреч. Всем, как говорится, ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. Здравия. Ходите в лес с детьми. Приучайте их к благому делу. Ну и давайте. Увидимся в угоде. Скажешь всем пока? Пока.